Атмосфера праздника царит в каждом доме. В это время принято накрывать праздничные столы, навещать родственников и раздавать детям сладости, которых к концу дня набирается целый мешок. Хаджат Мазгарова побывала в гостях у одной из семей и расскажет, как они соблюдают древние традиции. У 4-летнего Шамиля сегодня ответственная миссия. Пока взрослые накрывают на стол и встречают почетных гостей, он раздает сладости. Малыш и сам обошел несколько соседских домов и теперь гордо демонстрирует сладкие трофеи. Кап, делиться будешь конфетками? Тем временем женская часть семьи Магомедовых жарит, парит, подает. В праздничном меню десяток блюд. Традиционные голубцы, овощные нарезки, тушеная баранина. Тут готовят ее по особому рецепту. Сейчас вы попробуете, а потом оцените наше блюдо. Так будет интереснее. Гости за праздничным столом уже собрались. Соседи, родственники, друзья делятся тем, как проходили последние дни поста, обсуждают то, как проведут выходные, ну и, конечно, обмениваются пожеланиями. Голубое небо над головой, чтобы не было войны, чтобы наши дети не знали, что это такое. От души желаю вам всем крепкого здоровья и всех благ вам. Встречать ребятню с увесистыми пакетами со сладостями сегодня будут весь день. Как и ходить друг к другу в гости, угощать вкусными блюдами и просто общаться с теми, кого давно не видели. Ураза Байрам – это праздник, который объединяет и дарит улыбки как взрослым, так и детям, подмечают верующие. Вот один год все соседи могли друг к другу ходить, в гости, посидеть, покушать, сидеть и веселиться чуть-чуть. Впереди длинные выходные, которые позволят дагестанцам поехать в родовые села и продолжить празднество. Хадижат Мазгарова, Махарбек Амариев, Рамазан Омаров. Время новостей.